Так, я вижу уже, что готовы. Так что встречайте первокурсников радиотехнического факультета! Мы решили выйти необычно, поэтому вышли из тюрьмы. А как ты оказалась в тюрьме? В конкурсе репостов участвовала. А кто конкурс проводил? Навальный. Девочки надевают свитер вместо платья, либо когда болеют, либо когда тема выступления – фильмы Балабанова. Блин, фильмы Балабанова? Это что вообще? Вот скажи мне, в чем сила? Стою я в свитере своего отца и думаю, что сила в стирке. Большие города. Пустые поезда. Ребята, вы походу вообще не смотрели фильмы Балабанова. Ты в костюме клоуна, потому что твой любимый фильм «Джокер»? Нет, я листовки на бульваре раздаю. Я стараюсь подходить людям тогда, когда на светофоре красный, чтобы либо ко мне, либо под машину. Сначала работал без маски. Ко мне подошел начальник и сказал: надень-ка маску, а то люди пугаются. В странное время живем. Молодежь смотрит песни, а слушает порнофильмы. Я раньше все порнофильмы слушать стал, когда сосед совсем офигел. Приятно, когда на работе тебе говорят о повышении, но неприятно, когда ты работаешь с радиацией. Это ты сейчас к чему сказал? Да я просто Чернобыль посмотрел. Наш или американский? Да с этой Украиной вообще ничего не понятно. Твой любимый фильм «Рокки»? Нет, это все, что мне от бабушки досталось. Бить беременную женщину ногой в живот можно только в одном случае, если делать это изнутри. В животе шум и гам – это будущий Ван Дам. Это все, конечно, хорошо, но сегодня у нас полуфинал. Мы играем против ФУПа, а значит, будущих начальников. А что бесит начальников? Когда им напоминают про возраст. Нашему декану 65 лет. А почему он до сих пор в Волготехе? Он думает, что если уйдет из Волготеха, его в армию заберут. Почему он так думает? Старается быть с молодежью на одной волне. Я работаю в костюме клоуна в Йошкар-Оле за 100 рублей в час. На улице. Мне бывает либо холодно, либо стыдно, как будто на девочку с мороженым сел. Сегодня, чтобы победить, мы пригласили цыганку с центрального рынка, чтобы та предсказала наше будущее. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Хорош. Я умею видеть будущее, потому что у всех лохов будущее одинаковое. Если видите мелочь на дороге, не поднимайте, я сама подниму. А почему цыгане не отдают детей в детский сад? Потому что они не хотят возвращаться на место преступления. А мой золотой, я умею гадать по истории в браузере. Погадай по моей.
На-на-на-на-на. В чистой истории черти водятся. У нас лишь короле говорят, чисто там, где не мусорят. А у нас у цыган говорят, чисто там, где не мусорят. А я вот цыганкам верю. Почему? Одна цыганка моей маме нагадала дорогу дальнюю и дом казенный. Ну вот у нее схватки и начались за 30 километров от города. А цыганка, походу, мощная была. У меня мать вообще не была беременна. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Недавно для спасения команды в лес ездили. Встретили там медведя. Обратно на машине без перегруза ехали. Но с медведем. Мой самый любимый момент на работе, когда люди берут листовку, сворачивают ее и вспоминают, что у них нет карманов. Такие, блин, смотрят на меня, а я такой, ну а нафига ты платье надевала? Миниатюра. Случай у расписания. О, крписис. Такое вслух-то вообще можно произносить? Я не верю, что буду много зарабатывать, если выучу. Окрписис. Здравствуйте, я ваш преподаватель по окрписис. Ну? Ну он, похоже, хотя бы по специальности работает. Большие города. Сексизм начинается с детского садика, когда у ребенка... Когда у ребенка спрашивают, ты кого больше любишь, маму или папу? Выбрал кого-то одного – сексист. Выбрал себя – эгоист. Никого не выбрал – тряпка кошачья без твердой позиции. Поэтому на вопрос, кого ты больше любишь, я отвечала, я больше Айкос люблю. Маму и папу любить легко. Попробуйте полюбить ребенка, который любит Айкос. Для вас выступали первокурсники радиотехнического факультета. Спасибо за внимание. Первокурсники радиотехнического факультета, ваши аплодисменты!